Я сейчас тоже так практикуюсь читать с листа, ну, мне очень много, конечно, потому что мне больше нравятся сейчас именно такие джазовые какие-то вещи, а там особо с листа не почитаешь, потому что там этого листа особо нету. Нет, почему, почему? Есть очень много джазовых сборников. Ну да. С несложными пьесами, которые можно с листа поиграть. Ну это да, но мне больше нравится, конечно, так подбирать что-то, искать какие-то звуки. Импровизация. Да, да, импровизация. И, ну, мне кажется, когда ты подбираешь, как-то, ну, в моем, по крайней мере, случае, как-то лучше усваивается нотный материал, и вообще ты запоминаешь всю структуру, гармонические какие-то последовательности, они как-то легче укладываются, чем когда ты их играешь. Я думаю, что здесь у каждого свой ну, метод. Да. Да. Вот если у меня фишка была чтение с листа, то у тебя может быть как раз импровизация. Я, кстати говоря, немножко, не могу сказать, что жалею, может быть, немножко расстроена тем, что вот как-то я не подружилась в свое время с импровизацией, хотя я пыталась в детстве что-то такое. Mm-hmm. Но у меня это было в таком романтическом ключе, а-ля какой-нибудь Шопен ранний. Да. Джазовая импровизация, я вообще с ней не дружу, к сожалению. Ну, это же совсем другая, это другая область, стилистика, да. Тут все равно нужно в нее вклиниваться. Да, да. А вообще в классической музыке импровизация, она имеет место быть? Ну, скажем, в академической музыке. Ну, да, я имею в виду академическую. Ну, да, да, имеет место быть. В принципе, мне сейчас сложно об этом говорить. Если мы сейчас вот возьмем прям такую серьезную академическую музыку, композиторскую, но там не импровизация, есть такое понятие алеаторика. Знаешь, что это? Когда композитор, например, какой-то есть кусочек в нотах, где композитор пишет, вы здесь можете играть любые ноты в заданном диапазоне, да? Там, или вы там можете в течение 4-5 секунд сыграть какой-то аккорд, да, вот он должен прозвучать, допустим, резко, громко, да, но конкретно ноты композитор не напишет. Вот играйте, что хотите. Или где-нибудь там нужно что-то сыграть на струнах, и тоже точно не будет обозначено, на каких. То есть, в принципе, она есть... Ноты такие фрагментарно, скажем так. Да, но меньше. Меньше, конечно, да. Свободный размашист. Я, собственно, сюда сворачиваю, потому что мне интересно, как это сказать, вот твоя направленность в сторону музыки Сидельникова. Потому что я помню, что на твоих концертах я пару раз была и слушала, как вы играете. Помнишь, был концерт... Где-то в районе Арбата, чей же это был музей? Скрябина? Музей Скрябина. Да. Ты там была? Я там была. Точно. Вы еще играли с Дашей, которая на скрипке. Да, да. Вот что вы там играли за произведение? По-моему, какая-то его соната очень соната длинная. Соната «Славянский триптих». Да, вот, точно. Да. И мне так понравилась именно вот эта вот гармоническая вязь, которая там существует. Вот это же все-таки не совсем, ну, классическая гармония. Это уже что-то другое. Конечно, конечно. Но Сидельников — это композитор второй половины 20 века. А в это время вообще трудно у кого-то найти прям классическую гармонию. Вообще, когда мы говорим классический, все-таки, наверное, лучше подразумевать вот эпоху классицизма. Это было давно. Ну, это было очень давно. Это было очень давно, да. А что происходило потом? Происходило очень много всего, и все усложнялось, видоизменялось. Потом в 20 веке оно уже и упрощалось, и усложнялось, и туда, и сюда, и много разных направлений возникало. Сидельников, конечно, в первую очередь профессионал, на большую букву. И он владел разной гармонией и... Он знал прекрасно музыку с разных эпох, и классическую музыку, и все, что было потом. И он умел это каким-то удивительным образом сочетать. У него зачастую в какую-то классическую форму вдруг помещается почти блюз. У него, кстати, есть цикл этюдов под названием «Америка, любовь моя». И это блюзовые этюды. А вот как ты считаешь,
чтобы создавать какую-то свою музыку, вот лучше, как это сказать, вообще вот отстраниться от всего, что было, и делать что-то свое, знаешь, в этой лабораторной такой чистоте, чтобы не нарушать. Или наоборот, вот что-то поизучать, посмотреть это, что-то соединить, и потом из этого, может быть, выкристаллизуется что-то твое. Ну, здесь могут быть разные мнения. Смотри, в любом случае какой-то слуховой опыт у музыканта есть, у любого человека, а у музыканта тем более. Поэтому сочинять, не ориентируясь ни на кого, ни на что, не получится, в принципе, при всем желании. Но иногда есть такие композиторы, которые считают, что вот я пишу музыку так, как никто не писал, у меня нет никаких предшественников вот, в плане композиции. Вот я единственный, я первый так пишу. Например, такая композитор Галина Уствольская, петербургский композитор. Очень хороший композитор, у нее прекрасная музыка есть. Но вот она всегда говорила, подчеркивала то, что вот она пишет, не опираясь ни на кого. Но, конечно, с этим можно поспорить, можно не спорить, можно просто принять на веру. Ну да, тут, наверное, все-таки уже нужно исходить из какого-то внутреннего ощущения, откликается ли что-то ассоциативно. Да. Хотя на самом деле вот сейчас вот в музыке столько, вообще в искусстве столько всего было, что придумать что-то такое, чего не было вообще, я не знаю, возможно это или нет. Слушай, а если, например, брать вот ту же самую новую венскую школу, вот про них можно сказать, что они написали, ну, стали делать что-то, чего вот вообще до этого не было? Я, по крайней мере, воспринимаю это так, и мне вот интересно. Ну, смотри, конечно, додекафония, 12-тоновый ряд, да, в какой-то стороны метод работы такого не было. Но если представить это ладом, да, вот эту 12-тоновую хроматическую гамму, ну, в определенной последовательности звуки, лад — это модальность, а модальность была с древних времен, поэтому, понимаешь, не было-то не было. Потом свободная 12-тоновость была до них, конечно же, была. У Римского-Корсакова, кстати, говоря, где-то встречается. Потому что все равно как-то вот здесь вот интересное ощущение, потому что вроде бы кажется, что это что-то, чего вот правда, ну, совсем вот классика, да, такая прям в широком понимании. И вот эта музыка, и оно такое, ну... Совсем-совсем какой-то. Ну, они же появились вот не сразу там после смерти Бетховена, да, после смерти классиков. Вот. У них тоже были предшественники. И, кстати говоря, вот открытие Шонберга, ведь Шонберг не единственный, вот он считается основателем, да, додекафонии, ведь он не единственный, были еще люди, которые одновременно с ним в других странах, независимо от него, тоже приходили вот... Может быть, это было какое-то веяние времени? Ну, как это чаще всего бывает. Я думаю, что это какой-то естественный исторический процесс. Этого просто не могло не случиться. Ну да. И раз это случилось не с одним Шонбергом, значит, что-то к этому вело. Значит, ну, да. В какой-то мере это было уже. Вот. Ну, возвращаясь к Сидельнику, мне очень интересно, почему ты именно его выбрала. Я, насколько знаю, это была тема твоей дипломной работы. Да, это была тема еще моей курсовой работы, до дипломной, да. Это была музыка, которую я всегда любила, которую играла еще в музыкальном колледже. Почему я его выбрала? Ну, потому что мне, во-первых, нравится эта музыка, я ее очень любила. Во-вторых, я знаю, что это великолепный композитор, которым, к сожалению, мало занимаются у нас в России. Поэтому, в общем-то, у меня выбор был небольшой. У меня, конечно, были другие варианты, чем можно еще заняться. И было достаточно много вариантов, а потом они появлялись и появлялись по мере узнавания новой музыки, новых композиторов. Сейчас я, наверное, бы уже могла написать рейтинг там с 30 тем, которые мне бы понравились, но все-таки я понимаю, что вот перед Сидельником у меня как будто какой-то долг, что я должна написать о нем. В конце концов, меня с творчеством Сидельникова познакомил мой педагог из музыкального колледжа. Он мне много рассказывал про Сидельникова. Я как-то прониклась вообще и его музыкой, и этими рассказами. Музыку его можно услышать нечасто. Много произведений не опубликовано до сих пор. Даже так? Да.
А есть какая-то вообще, ну, какая-то фонотека или, как это правильно сказать? Ну, в интернете можно найти записи, ноты некоторые изданы, ну, можно отдельно найти детские циклы. Mm-hmm. И то они были изданы давно, переизданий не было, поэтому найти даже эти детские циклы — это уже сложно. Вот mm-hmm. я когда-то их искала в Ленинской библиотеке, в РГБ, это было непросто. Среди всех даже этих там. Каталогов, да, даже там. Угу. У него были там ранние фортепианные фуги, так вот я потратила 3 часа, чтобы найти одну из фуг. Ого. Я думала, что ее уже нет, и уже почти смирилась, что ее нет, но тем не менее я сказала, что я перерою всю библиотеку, все каталоги, и электронные, и карточные, и бумажные, пока не найду. Я нашла. Вот! Была! Да. Вот оно, упорство. Ну, это здорово. А как ты сейчас, ты с его музыкой контактируешь? По работе или, может быть, сама по себе? В удовольствие. Ну, я, конечно, с ней контактирую. Я продолжаю ее изучать. Ко мне попадают ноты периодически, которых у меня не было. Потом я поддерживаю связь с другом Сидельникова. Да, с писателем и пианистом. О, это классно. Да, это удивительный, интересный человек. То есть фактически он тебе может какие-то вещи рассказать из жизни? Он мне от первого лица, да, он мне из жизни рассказывает многие интересные вещи. Вот часть писем Сидельникова к этому человеку опубликована в таком журнале, как «Музыкальная академия», угу. один из самых известных журналов. Угу. Ну, это здорово. Это здорово, когда можно именно вот, ну, практически напрямую. Да, 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 конечно. Потом Сидельников, он же все-таки преподавал в консерватории, и его ученики сейчас преподают в консерватории. Они известные музыканты. Угу. Это здорово. Еще мне очень хотелось тебя попросить какое-нибудь показать упражнение фортепианное. Может быть, знаешь, может быть, на вот эту вот связку. На 4-й, 5-й пальчик, да? Да. Мне кажется, что эти юные пианисты, коли они играют такие упражнения, я такие, наверное, не сыграю. Ну, ты, наверное, какие-то, знаешь, моцартовского периода вундеркинды. Нет, смотри, это, конечно, все прекрасно, это все можно играть, это очень полезно. Можно поиграть упражнение Ганона. Много упражнений. Тут тоже целый сборник, и там есть разные упражнения. Ну, даже если самое второе взять в начале.